Привет! На этой неделе я делаю скетчи по фильму Георгия Данелии «Мимино». Алло, Ларису Ивановну хочу. И конкретно сегодня я рисую Ларису Ивановну, которая в исполнении Елены Прокловой получилась совершенно очаровательной. Лариса Ивановна. Валентин Константинович. Надо сказать, что Елена Игоревна вообще сама по себе от природы женщина весьма роскошная. Только вот все эти эксперименты на старости лет с пластической хирургией и с инъекциями всяческими, конечно, ее подизуродовали. Мне вообще кажется, то, что антропологи далекого будущего будут сдувать пыль с наших профилей в Инстаграме, и все вот эти ботоксные леди будут восприниматься нашими потомками так же, как эти прекрасные дамы в замысловатых средневековых головных уборах. Короче, сегодня я рисую представительницу самой романтичной женской профессии.